кушаешь? Ой, пластик. Умничка, делишься с сестрой же. Как же я сильно проголодалась. Надо суп есть, а не кукурузные палочки вредные. Сам ты вредный, Богдан. Хочу и ем. И вообще, мне с тобой очень серьезно надо поговорить. Я ничего не делал. Ой, да не важно. У нас теперь будет все по-другому. Как по-другому? Мы начнем маму слушаться? Да нет, мы теперь будем заботиться о своем здоровье. Уберем все самое вредное. Это как? А вот так. У меня сегодня была лекция. И нам рассказывали, что вредно для здоровья, для мозгов и что самое вредное для маленьких детей. А я за большой. Ага, большой, конечно. 4 года. Вот ты мне скажи, сколько часов ты уже смотришь мультики? Я не знаю. Ну, примерно хотя бы. Сначала я посмотрел, покусал, и еще посмотрел. Ага, понятно. Целый день, значит. А ну-ка, иди сюда, я твои глазки посмотрю. А что там? Пока вроде все нормально. Но нам сказали, если долго смотреть телевизор, то глаза становятся красными и слезятся. А у меня не слезятся. Ну, мало ли. Может быть, ты устойчивый. Ща. Я тут тетрадочки записала. Вот. Детям можно смотреть телевизор не больше 10 минут в день. Так что давай, выключай. Но я мультик не досмотрел. А я сказала, выключай. Вот отлично, завтра досмотришь. Ты же не хочешь себе зрение испортить и постоянно очки носить? Очки? У меня есть очки. Можно мультики смотреть? Да при чем тут солнечные очки? Я тебе про обычные говорю. Ну как, удобно? Нет. Вот то-то же. Так, с мультиками мы уже решили. А можно тогда я поиграю в приставку? Что? Какая приставка? Это тот же самый телевизор. Плюс ты постоянно сидишь. А разве сидеть это вредно? Конечно, вредно. Сидячий образ жизни приводит к ожирению и сутулости. А это ого-го, как опасно для здоровья. Ну, Свея, я же не толстый. Ну да, пока не толстый. Но если будешь постоянно сидеть и играть, то растолстеешь. Так, все, иди делай зарядку. Обычную. Каждые 2-3 часа делать легкую разминочку. Сначала наклоны. Вот так. А колени-то куда ты сгибаешь? Надо делать с прямыми ногами и прямой спиной. Вот так? Ну да, так. Еще раз 50 сделаешь, а потом еще 50 приседаний. Вот так. Только спину ровно держать. Хорошо.
зачем разминка? Я же не маленький ребенок. 15, 16, 17. Я устал. А почему это? А потому что у тебя сидячий образ жизни. Ты не натренированный. Вот если ты будешь каждые 2 часа делать такую разминку, то у тебя повысится уровень здоровья. А так нет. Так что давай, приседай, приседай, разминайся. 49, 50. Фух, а это тоже была легкая разминка? Ну, наверное, нам сказали, любая физическая активность улучшает здоровье. Что-то я не уверен. Ничего у нас не сломалось. Это я Wi-Fi отключила. Wi-Fi – это вредное излучение, которое влияет на мозг. Ты понимаешь? Свет, может, это у тебя что-то с мозгом? Ага, сестре хамишь. Это все плохое влияние компьютерных игр. Правильно нам говорили, что компьютерные игры – это вредно. Надо от них совсем избавиться. Так, и куда же их спрятать? Света, ты что? А как я буду играть? Играть ты будешь в обычные игры. Вон у тебя дартс есть. Покидай дротики или поиграй в футбол. Отличная игра. О, Тоня, давай в футбол поиграем. Не-не-не, вот папа придет с работы и поиграет с тобой. А у меня дела. Мне нужно для реферата по истории материалы найти. Ну, Светочка, ну, пожалуйста. Так, роль России во Второй мировой войне. Ой, а интернета же нету. И как мне к урокам готовиться? Куда мы идем? Мы идем в Билла. Мама просила купить яйца, молоко, капусту, хлеб и так далее. Ну, всякие вкусняшки к чаю. А надо же через дорогу. И что? Вообще там есть пешеходный переход и светофорчик. Мы аккуратненько перейдем. Зато там можно все купить. А я знаю, что надо переходить на зеленый свет. Молодец. Перейдем на зеленый. Богдан, мы покупаем продукты только по списку, который мама дала. Это мы брать не будем. Все, пошли дальше. Пошли, я тебе сказала. Так, нужно молоко. Это. Это. Ну куда так много? Мама сказала 2 пачки.
Так, вроде бы все купили. О, смотри, какая-то акция. Какая акция? Кажется, что-то про футбол. Купи мне такую книжечку. Я тебе и так много чего вкусного купила, так что все, пошли на кассу. Ну, Свену, пожалуйста, купи, она тут 9,9. Да не 9,9, а 99. Ну ладно, я тебе куплю, но с одним условием, больше никаких конфет. Я не знаю, дома разберемся. Мам, мы пришли и все купили. На тебе книжечку, юный читатель. Ух ты! Светочка, вы молодцы, что все купили. Разберите пока пакеты, мне там кое-что доделать нужно. Я скоро спущусь, хорошо? Хорошо. Богдан, иди сюда, будешь помогать вынимать все из пакетов. Я читаю книжку. Мячик, мячик, мячик. О, еще мячик. Ну, вредина, ну попросишь ты у меня чего-нибудь. Это наклейки. Богдаша, а ну-ка неси сюда свою книжечку. Зачем? Потому что это не книжечка, а альбом для наклеечек. Вот смотри, это не просто книжечка, это альбом. Сюда надо вклеивать игроков. Много? Откуда я знаю? 80. 80? А это много? Достаточно. Так, кто это у нас? Марко Ройс. Куда я надо его приклеивать? 43 номер. О, дай мне наклеить. Ну ладно, ладно, сейчас наклеишь. Ага, 87 номер. На, клей. Ух ты! О, дай мне эти наклейки! Стоп, 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 стоп! А с чего это я должна тебе их отдавать? Нам их выдали в магазине за покупки. Покупала я, значит, наклейки мои. Я тоже был в магазине. Ну, ты был так, для сопровождения. Вот ты мне не помогаешь ни в чем, я тебе ничего не дам. Свет, а давай я тебе помогу? Ну, ладно. Если будешь хорошо помогать, я тебе буду наклеечки давать. А если не будешь хорошо помогать, не буду давать. Понял? А как помогать? Ну, я пока еще не знаю. Светочка, принеси мне удлинитель, пожалуйста. Хорошо, мам. Богдан, отнеси маме удлинитель. Мне что-то не хочется. А как же наклеечка? Ой, сейчас.
Мария Гетце, 5-й номер. 5-й. Сто 17-й. 17-й. Ларц Штиндель. Богдан, я хочу мандаринку. Холосок. На! Спасибо. На тебе наклейки. Мама говорила еще пыль протереть. Снова я? Ну тебе же нужны наклеечки? Нужны. А еще я банан хочу. Закончились. Деточки, я освободилась, сейчас будем ужинать. Свет, а ты что, сегодня не пылесосила, что ли? Что-то у нас грязновато как-то. Да и полы бы заодно протерла. Ой, забыла, мамочка. Богдан, а давай ты пропылесосишь, а я потом схожу в Билла, получу наклейки и тебе отдам, а? Не, не хочется. Вот вредина, а. Магнит у меня есть! Что это у тебя? Откуда? Да, классный, классный. Только ты помнишь, ты маме ничего не говоришь, куда я так быстро свои карманные деньги потратила? Ага, помню. О, посмотри, смешарики! Ого, это что, выходит фильм о смешариках? О, круто! Лен, давай пойдем на смешариков, потому что я их так люблю. Я их тоже люблю. И что, я с тобой только что в кино ходила. Пойдем. И вообще, теперь мамина очередь. Она очень любит мультфильмы. Честное слово. Мам, а мы пойдем в кино? Мам, ты где? Мама, кажется, еще не пришла. Алло, мам, мы уже дома. Ага, хорошо. Она сказала, что через полчасика будет дома. Пока, мам. Свет, включи мне пока смешарики. Тебе мультик или трейлер фильма? Я хочу фильм посмотреть. Он же только 26-го выйдет. А я хочу прямо сейчас. Ну извини, у меня нету машины времени, как у смешариков. Так что пока будешь смотреть трейлер. Вот посмотришь кино и узнаешь. Алло, привет. Ой, подожди минуточку, я сейчас.
Я тебя слушаю. На смешариков? Я согласна. В воскресенье днем? Все, давай, договорились. Подслушивал? Нет. Точно? Ага, точно. Ну ладно, я пошла переодеваться. Дети, я пришла. Мам, а мы пойдем в кино? Какое кино? Не успела я домой прийти, как вы уже что-то придумали. Я вообще-то ничего не придумываю. Это он увидел, что послезавтра начинаются смешарики дежавю. Вот и просится. Ну, в субботу мы едем к тете. Значит, в воскресенье сходишь с ним в кино. Я вообще-то с ним постоянно в кино хожу. И в воскресенье я не могу. Я к подружке иду. Подружке? Мам, ну я подумала, может быть, на утренний сеанс? Ну, конечно, ты же тоже смешариков любишь. Ладно, я пойду переоденусь, скоро вернусь. Люблю! Мне что, два раза смотреть этот фильм? Я же с Колей договорилась. Слушай, ты, крокозюблика маленькая, я вообще с тобой не собиралась в кино идти, понял? Ты же сама сказала, на утренний сеанс. Ну я погорячилась. Вот сейчас мама спустится, и ты ей скажешь, что ты с ней хочешь пойти. Я же с тобой хочу. Мало ли, что ты хочешь. Я вообще-то занята. Ты же Коля на смешариков идет, только меня не берете. А значит, ты все-таки подслушивал? А я капельку. Ну почему младшие братья все такие вредные, а? А мама, возьмите меня с собой, а я маме ничего не скажу. Ох, шантажист ты маленький. Ладно, возьмем тебя с собой. Только мама тебе купит билет, потому что у меня деньги кончились. А что? Ну что, детки, будем ужинать? Мам, купи нам билеты в кино. Прям сейчас, что ли? Ага, сейчас. Ох, дети, ну все вам нужно прямо сейчас. Я же ужин собралась готовить. Сейчас, покупаю. Ой, а что это? Ну вот смотри, написано, собери карту приключений. Ну, значит, квест какой-то, вон тут крутые призы. Дай поиграть! Ну, бери. Смотри, тут сейчас будет такой квест. Давай скорее играть! Слушай, ты, крокозяблик ты маленький, я уже этот квест давно прошла. Без меня? Ну откуда я знала, что ты тоже захочешь? Света, мне тело, покажи, как играть! Смотри, тут нужно собрать карту приключений и обещают крутые призы. Я уже набрала кучу-кучу баллов и собрала всю карту. А как? Ну как? Лазила по соцсетям, находила призовые посты, отгадывала загадки и получала кусочки карт. Загадки я тоже хочу. Загадку? Хорошо. На, отгадывай. Какого размера мозг у динозавра? Какие же детки у меня дружные, а?